Как все-таки отличить простую язву от горячего напитка, а хиэлит от предрака? Знаете, я много лет когда-то прочитал одну книжку, которая рассказала о том, что студентов надо учить медицинских институтов правилам 3 семерок. Если что-то существует 7 дней, оно обычно, скорее всего, воспалительное. Все, что существует 7 недель, это уже вероятнее всего опухоль. А то, что существует 7 лет, это уже, скорее всего, врожденное. Угу. Конечно, не надо ждать 7 недель. Но обычно, если во рту возникла язва, какой-то вырост, и он не проходит от простых каких-то привычных вам действий в течение 2-3 недель, угу. То вот это хорошо, есть повод обратиться к врачу.